В пятницу в Ливан прибывает Папа Римский Бенедикт XVI. Он планирует призвать к миру ближневосточный регион, который охватили боевые действия, насилие и беспорядки, в частности гражданская война в Сирии, а также протесты у посольств США в Ливии, Египте и других странах. Между тем, в Бейруте уже все готово к встрече религиозного лидера. Ожидается, что в столице протестов против визита понтифика не будет, однако они пройдут в других городах. В целом атмосфера в столице Ливана царит дружелюбная. Даже шиитская группировка Хезболла разместила баннеры вдоль шоссе аэропорта, на которых написала свое приветствие. Мы ожидаем, что его визит принесет стране добро. Мы надеемся, что в Ливане будет мир и что сбудутся все мечты ливанцев, особенно мечта о мире. Надеюсь, что визит папы принесет мир стране и что он повлияет на наших политиков. Для 85-летнего Бенедикта это будет четвертая поездка на Ближний Восток в качестве понтифика. В ходе своего визита он хочет призвать к взаимопониманию не только между разными христианскими течениями, но также между христианами и мусульманами. Как ожидается, особое внимание он уделит вопросу Сирии, которая находится всего в 50 километрах от Бейрута. Там продолжается военное противостояние между войсками Башара аль-Асада и повстанцами. Стычки время от времени перекидываются и на соседний Ливан, который и сам недавно был охвачен войной на религиозной почве, продолжавшейся с 1975 по 90-е годы. В основном конфликты возникают между суннитами и шиитами. Последние поддерживают Асада, поскольку тот является алавитом, последователем одного из направлений шиизма. Визит понтифика продлится до воскресенья.